В минувшие выходные в Чувашии прошел рейд «Нетрезвый водитель». В ходе рейда задержано 34 водителя в состоянии алкогольного опьянения. 12 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования. 6 водителей повторно рискнули сесть за руль пьяными. Всего в рейде приняли участие свыше 100 сотрудников ГИБДД, а также представители общественных организаций. Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, будут возбуждены уголовные дела. Максимальная санкция – лишение свободы на 2 года. На 2 года с лишением прав управлять транспортным средством в течение 3 лет.